Берегоукрепление набережной в Рыбинске приостановлено. Сегодня официально об этом заявил мэр второго по величине города области Денис Добряков на встрече с губернатором Дмитрием Мироновым. Ранее глава региона обращал внимание мэра Рыбинска на важность общественного мнения, которое необходимо учитывать при планировании благоустройства. Жители должны знать, что происходит и как работы повлияют на исторический облик города. Замечания губернатора были услышаны. В Рыбинске прошло дополнительное заседание градостроительного совета. Теперь в объем работ по берегоукреплению вносятся изменения с учетом пожеланий общественности. Также на встрече с губернатором Дмитрием Мироновым поднимались вопросы благосостояния жителей округа. Так, отметил глава региона, годовой план по доходам сейчас выполнен лишь на 45%. Рыбинск – это второй по величине город области, который обладает мощным промышленным потенциалом. И тем не менее, те вопросы, которые беспокоят жителей, и уровень зарплат в городе, который сегодня ниже среднеобластного показателя, и который составляет только 94% к среднемесячной заработной плате по региону. Заработная плата, безусловно, зависит от тех промышленных предприятий, которые находятся на территории города Рыбинска, и мы совместно с правительством здесь ведем работу по всевозможному поддержанию уровня производства, не падению выручки промышленных предприятий на площадке правительства неоднократно это обсуждали.